Да и из Армении, о которой вы вежливо не спрашиваете. Когда мне звонят корреспонденты, или, если угодно, звонят, потому что иначе не могу просто сказать. С вопросом, что намерена Россия делать в связи с обострением в Карабахе? Вот вы что намерены делать в связи с обострением в Карабахе лично? Я же так понимаю, у вас других забот теперь нет, правда? Армения уже ввела мобилизацию. Армянская диаспора уже добровольцев, наверное, в Карабах послала. Уже, наверное, сотни миллионов долларов собраны для оборудования и техники военного решения конфликта. Уже, наверное, Пашинян вокруг Путина избегался просто, правда? Рассказывая о том, как Армения будет помогать России на Украине. Пашиняна ставили зачем? Его же американцы ставили и поставили. Поставили? Поставили. Всего. Все это время Карабах он спишет. Военных своих он терпеть не может. Карабахских тем более. Для него это конкуренты и враги. То, что Армения экономически без России вообще не существует, ему на это наплевать. Вон у Зеленского чего с Украиной происходит. А ему-то хорошо, правда?